Я точно знаю, что очень правильный административный ресурс задействован. И я был зимой на фестивале КВН, который уже в Олимпийском Сочи проходил. Это во-первых. Во-вторых, и ночная лига хоккеистов-любителей. И тысячи конференций перенесены туда. И это очень правильное направление. Невероятно правильное направление. Это может не дать умереть этому. Но то, что там прекрасно, это очевидно. Потому что то удовольствие, которое испытал этот Роза Хутор, сделанные в старом стиле эти домики, эти часы, эти брусчатка, все это в горах, это невероятно. Этому нельзя дать умереть никак. Понимаете? И поэтому, если в какой-то момент все конференции этой страны будут там проходить, то я не удивлюсь. И пусть это будет так, пусть это будет гордостью этой огромной страны. Я просто от всей души, на самом деле, за это болею.